Эфирная энергия. Эфир, он в 1000 раз или в 100 тысяч раз тоньше самой мельче, самой известной, самой мелкой частицы электрона, там протона, еще чего я не очень хорошо понимаю в физике. И он, ну, сила мысли эфира гораздо слабее, чем в сотни раз слабее, чем физическая сила, физическое действие. Но если у человека очень сильная эфирная чувствительность к слову, к эмоциям, и человек может очень хорошо управлять этой силой, бывает, действует гораздо сильнее физических, завоевывает эфир людей, то есть мысли, чувства, эмоции, делает их подконтрольными. Есть мастера эфира, эфирной энергии, и они как бы гипнотизируют людей, воздействуют или благотворно воздействуют, не гипнотизируют, например, для своих целей, а для вдохновения, как вот я занимаюсь, и очень многих получается увеселить, особенно тех, кто склонен к эфиру. Даже на люди это. Я иду просто, а люди бывают часто улыбаются. У меня просто много эфирной энергии. Она в 1000 раз слабее, чем, например, удар кулака. Но у нее другая сила. Просто даже рядом иду, и люди веселеют, когда начинают зажигать. Вообще, такое феерия света. И невидимому проходит. Кто светлый, тот очень хорошо воспринимает, а те, кто темный, ненавидит меня. Просто это на расстоянии через тело задевает, например, низкий эфир. Эфир бывает разной плотности, высокий, средний, низкий, как мысли, как чувства. Вот, и бывает меня прям плохо, хотя, то есть, а бывает, у кого все это, ну и энергия низкая, эфир низкие образы, вот эти вот эфирные слова, мысли и образы, они энергию с собой такого же уровня тянут, духа соответствующего. Так что я немножко потерял мысль. Да здравствует светлый эфир, да здравствует сила Божья, и да здравствует светлая энергия. Йоу, еще верхняя нота.